Доброе утро! Сегодня четверг, мы сегодня вяжем петрушку, поэтому сегодня, наверное, будет какой-то коротенький влог. Ну, какой есть. Вот этот счастливый человек, который все-таки успел, да? Посидеть тут с пледиком и посмотреть, как гоняют на машинах. Но это не ты гоняешь, конечно. Ты-то... А ты не гоняешь, да, пока там не залили? А прикинь, когда зальем, как там будет классно гонять, да? Афось, пошли? Папуля. Красавчика вам покажу. Уже снудик попросил, да? И шапку достали, которую нам Вера шила. Снуды и шапки, как космос, в общем. Да еще рано перчатки. Ты когда выйдешь на улицу, если там будут холодные турники, тогда оденешь. И я тебе вон футболку и шортики еще приготовила. Футболку надо, шортики. Ну возьми эти, а те заберем грязные, наверное, же. А, только грязные забери. А завтра пятница. Завтра пятница, кстати, да. Все, пока. Я сейчас буду пробовать зефир. Сейчас обваляю его в сахарной пудре, соединю и буду пить чай. Вот, кстати, мой завтрак. Подсушила хлеб в тостере, намазала паштетом грибным, цикорий, потому что кофе закончился. И сейчас мне будет вкусно. Надеюсь. Так, у нас тут сейчас щавель. Петрушка закончилась. Еще будет. И смотрим. Раньше мы смотрели «Давай поженимся», теперь есть передача, оказывается, «Давай разведемся». А, сейчас уже про ДНК. Ну, короче, это суды у нас тут. Да. Что тут происходит? Уже мы сюда не ходим. Ходим через окно. Я не знаю, наверное, еще надо кирпича. Я сейчас вот выравниваю. Ну, бери пока со ступенек, мы привезем. Да, да я все равно мне ждать, чтобы она застыла. Нет, так вообще... Я кольцо сейчас делаю из бетона. Оно ж неровное, тоже спиралью. Ну, ты бери со ступенек, привезем. Сейчас она чуть-чуть встанет, этот бетон. Дальше... Тогда будет хорошо, да? Угу. Не знаю, когда? Когда будет хорошо? Завтра или послезавтра? А пока мы вот так вот вылазим через окно. Через открытое. Здесь наложили нам кирпичи, здесь тоже. Пока так. Мы сейчас быстренько едим с Антохой и едем к стоматологу, да? Не бойся, я с тобой буду. Антоха суп с фрикадельками доедает, я вот зеленый борщик. И пойдем сейчас чистить зубы и поедем. Все, идем к стоматологу. Кого ты боишься? Пошли. Все, через час. Что тебе там, три зуба сделали, да? Ты доволен? В смысле три? Я сказал чуть-чуть. Ну сразу три сделали, чтобы за один раз. И все, больше тебе только через полгода на осмотр, и все. Через полгода. Да, так что пока ходить не надо, да? Чего? А Афоне как раз вот на осмотр уже полгода прошло. Афоне сегодня просто на осмотр. Афоне бесплатно? Ну да, осмотр бесплатно. А он этого боится. Да? Самый вкусный завтрак. Ой, ужин это по средам. Жоя. 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 Так, давай одевайся, быстренько Антон нас ждет. Самый вкусный ужин по средам, да? Угу. Потому что дают что-то печеное. Вот сегодня пицца. Сейчас будете с Антоном драться. А Антону сейчас пока нельзя есть. Он же от стоматолога. А что, он уже на стоматологии был?
Угу. Полечили ему 3 зубика сразу. Давай смотреть, что а тут. А ему пластины. Вон мое, вот. Где твое? Вот это твое? Да. Афанасий. А с кем это ты тут в садике играешь? Это с моим другом Артемом. Вот такие вот друзья, короче, да? Это мама выходных. Где твоя? Вот это твое? Да, вот это. Ага. А это курочка с цыплятами, да? Да. Класс. Так мы одеваемся, сынуль? Да. Зеленая с курочкой. У тебя как будто не петух, а ой, не курочка, а петух даже с таким хвостом прямо. Да, это петух. Это папа петух, да? Это папа петух. А маму мы не делали. Да? Потому что пластилина не хватало. А-а-а. Фоньке захотелось пробежаться. Он думал, что это черника, а это не черника, да? Это другая черная кошечка. Так, все, сейчас заходим через окно и потом идем быстренький ужин готовить. Вау, я прям на коленках это делаю. Опа. Потому что здесь уже вся сетка поднята на плитке. Поломали, в общем, старую плитку. И вот так вот все это подкладывали. Вот. Осталось нам пленкой заделать вот здесь вот кирпич. Вот навес пленкой, забор пленкой. Все закрепить, чтобы цемент, в общем, не вымазал. Бетон, да, в смысле. Не вымазал забор нам. А у нас сегодня на ужин будет вот кускус. Видите? Кускус. 94 рубля стоит в Кредосе. Вот такой вот он. Кускус с мяском. Ну, сейчас кускус сварю в мультиварке. Так, а вот это вот мясная составляющая нашего ужина. Это курочка, которую я мариновала с томатным соусом. Вот. Сейчас ее выложила на сковородку, она здесь разморозилась под крышку. И теперь добавляю лук, морковку, перчик, в общем, такая будет с подливочкой. Добавлю еще, наверное, может быть, сметанки, в общем, такая вот подливка для кускуса будет. Здесь она из-за того, что томат, она вот так вот поджаривается. Все, кускус готов. Тем более. Варится он достаточно долго, 25 минут мало. Риша! Ставлю еще раз. На режим крупа в мультиварке. Теперь они научились. Да, Фонь? Тебе это нравится? Теперь мама научилась. Давай. Ну что, вот что значит пятница. Сейчас уже иду спать. Это прянички. И там еще те, что делала сегодня. Это завтра доделаю. В общем... Всем спокойной ночи. Вот, все, иду сейчас спать. В общем, те дни, когда мы вяжем, могу сказать, то они такие вот беспорядочные и активные. Еще сегодня и стоматолог был. Фоньке, кстати, просто был осмотр. И ему нужно 8 зубов лечить. Это те зубы, которые до 12 лет не сменятся. Те, что сменятся скоро, мы лечить не будем. Просто будем за ним наблюдать. Вот. В общем, с Афанасием будем договариваться. Когда пойдем лечить, потому что Афоня орет. Антоха сидит вообще спокойно. Ну, там пискнет, когда укол делают. И то в основном сейчас просто мажут типа клубничным каким-то джемом, как ему говорят. И он отлично сидит, даже несколько раз засыпал просто в кресле у стоматолога, поэтому вот так вот. А Фонька орёт, причем сразу. Только садится, открывает рот и сразу орёт. А я говорю, Афонь, тебе даже ничего не делают. Он говорит, я их сразу предупреждаю, что мне будет больно. Все. Поэтому с Афанасием, конечно, не все так просто. Там еще не то лечение, когда там, но нужно подремонтировать зубы.